думаешь, Шарик, кто выйдет на первое место? Первое место займет Турин. Он настоящий цепит. А по-моему, не пес. Он показал расчет и выдержку настоящего хорошего бойца. Пес. Пес не цепит, а секретарь. Выдержка. Это хорошо на собрании. Расчет. У нас, Сигитов, один расчет. Он и то. Умывайся, Нури, умывайся. Займешь первое место, весь аул будет смотреть на тебя. И девушки будут завидовать твоей дурсу. Жене замечательного джигита. Моей дурсу будут завидовать. Вот будет смущаться моя Дуртун. Я постараюсь, мистер. Старайся. Я тоже постараюсь. Я ведь обещал моей газель занять первое место. Обещал? Ну и мойся сам. Ну, берегись. Не ты. Как начать? А ты начинай просто. Товарищи! Ну и так далее. Товарищи! Ой. Рассказывай, не стесняйся, Турсунчан. Говори. И хитрая. Хитрая. Фартук придумала. А мне ни слова. Обошла старика. Пусть мне простит, Ашир. Однажды я хотела вам рассказать и звала вас в поле. А помните, что вы мне сказали? Не помните. Я 30 лет работаю на хлоп и 5 лет держу колхозное первенство. Больше, чем я собираюсь, собирать нельзя. Помните? Не помню. А нужно было только заставить работать левую руку, да-да, чтобы начать работать двумя руками, понимаете? Двумя. И одеть вот это. А теперь расскажи, Дурсун, всем. Как ты придумала этот фартук? Как придумала? Да. Всем расскажи, всем. Я хотела быть достойной моего Нури. Мой Нури джигит, хороший джигит. А я что? А вот Мария Демченко, она... Ну, вы знаете, кто она. Я хотела быть как Маруся. Я ее никогда не видала. Но написала ей. Далеко-далеко написала. И она ответила.
она написала мне: дорогая моя подруга. И еще написала, пиши чаще. Ну, вот я и придумала. Хорошо рассказала. Молодец. А ну-ка. Какая у нас молодежь. И смотри, чудеса делает. Если ты двумя руками, да еще с фартуком, еще посмотрим, кто будет впереди. Я посмотрю. Хорошо. Я знаю, что ты всегда был впереди всех. И сдавайся. Машер, принимай вызов нашей бригады. Вызывай, Машира. Духом подпишем. Правильно. Что, подпишем. Награда Нури. Он занял первое место. Спасибо, сын. Поддержал честь нашего рода. Поздравляю тебя, Нури. От всего сердца. Ты лучший девиз нашего района. Наш колхоз гордится тобой. Твой отец Ашир недаром научил тебя управлять конем и владеть шашкой. И в награду за твой победу, Нури, я счастлив сообщить тебе большую радость. Твоя жена Дурсун совершила великое дело. Она научила нас работать по-новому, по-стахановски. Вот посмотри, сколько всего на нас собрала хлопка. Поздравляю, Нури. О, какая у тебя жена. Молодец. Я верю, Нури, что и ты на республиканских соревнованиях займешь первое место. И будешь первым девитом Туркмени. Вот и мой едет. Салам! Салам! Ну, муженек, ты, наверное, как всегда, пришел последним. На этот раз ты ошибаешься. А каким? Предпоследним. Молодец. Я тебе говорил, вот, хуя чеки. Сиди, садись. Ну. Можно. Садись. Серебряную шашку. А ты видел фартук? Какой фартук? О, с карманами. Зачем джигиту фартук с карманами?
Ты ничего не знаешь? Нет. А слыхал ли ты когда-нибудь, что можно собрать хлопка в 4 раза больше, чем собирает Ашир? Что ты, Ашир? Неужели ты собрал сегодня в 4 раза больше? Наш сын лицом похож на меня, а ловкостью на тебя, Ашир. Какой молодец! В 4 раза больше! Это не я собрал, это Дурсун. Дурсун? В 4 раза больше? Какой стыд! Да разве пристало же ребенку бежать впереди коня? Воды, Гирек, воды! Вот давай. Тебе твой молодой тиран! Гирек, воды давай! Дурсун Джан! Дурсун, невестка моя! Воды! Давай воды! А дальше? Дальше команда в атаку, и мы летим. Мы с Нефесом впереди. Перед нами глубокий ров. Это препятствие, которое надо взять. Пригибаюсь к коню, шепчу к Недому. Выручай! И перед самым рвом поднимаю его. Птицей перелетела в гуш и пошел. В ушах ветер, оглядываюсь. Нет, Нефеса, ну думаю, черт, не взял рва. Ну, остальные препятствия, клавиши, барьер, стенка, это нам с Алгушем чепуха. А потом? Потом началась рубка лозы. Дай-ка сюда шашку. Вот смотри. Без дела не вынимай, без чести не вкладывай. Это надо помнить и оправдать. Все думали, что шашку получит Неферс, а сейчас она моя. Теперь ты первый джигит нашего района. Да. Теперь люди о тебе будут говорить. Кто это идет? А? Это идет Дурсун, жена знаменитого джигита Нури, да? Жена знаменитого джигита. Прошу, дорогого гостя. Салам. Салам. Поздравляю вас. Садись. Садись. Салам. Ставь вино дорогому гостю. Я 50 лет пою на земле. Мне много песен на джигитах, об их подвигах, храбрости и силе. Сейчас о тебе будет петь. Да. Еще не было песен о женщинах, о таких женщинах, как жена твоя Дурсун. Пью за ее здоровье. Горы хлопка собрала ты, здесь Дурсун трудилась ты, и в цвету, как та земля, солнце смотрит с высоты на колхозные поля. Ты, хлопок белоснежный, влюблены друг друга нежно,
дочку солнечных полей, песни славлю я любя, кто в труде дурсун быстрей, кто искуснее тебя. Дочь отчизны горделивой, будь всегда во всем счастливой. Хлопок пишеный в песок, дни светлые и хороши, а тебя, мой голубок, я пою седой бахчи. Хорошая песня, приятно заслужить такую. Салам, салам. Садись, сиди, сиди. Дурсун, я к тебе по делу. Забираем жену твою. Собрались колхозники, хотят у тебя поучиться. Ну и вот, забираем. Мы еще не ужинали. Я сейчас подам. Не-не, невозможно. Все уже собрались, народ загорелся, все рвутся в поле, с утра хотят работать по-новому. Хорошо. Я могу идти. А как же ужин? Ужинать будем там. Ужин будет замечательный. Пошли, пошли. А ты, Нури, пойдешь с нами? У меня огонь. Нет, нет, я тоже пойду с ним в поле. До свидания. А ты, Ашир, пойдешь с нами? Ашире учиться нечего, он сам всех учит. Сакалы кезлен. Награду привез, а она из дому. О чем ты там, мать? Правду говорю, сын мой, правду. Жена должна заботиться о муже. Ты джигит, твой кон должен быть легок, как ветер, и весел, как солнце. А сердце твое, Нуры, должно быть спокойно, как вода в кувшине. Правильно?
устала. Очень. А ты не спишь? Какой ты хороший. Все прибрал. Это не я. Это мать вымыла. За тебя. Знаешь, весь аул был со мной в поле. И почти все уже научились. И тебя я тоже научу. Это очень просто. Довольно. Ложись спать. Ты забыла, что я джигит. И главный у меня конь. Сегодня бахши будет петь для Ашира. Послушаем? Не выйдет. Нет, нет, не будет. Да, не выйдет. Тише. Приходите, уважаемый, на флот. Сегодня бахши будет петь моей бригаде. Правильно, Ашир? Правильно. Приходите все. Всех жду. Жди гостей. Придем всей бригады. Ну, Дульсон, начинай. Пошли. Ну, пошли. Лаши. Плохо, председатель, плохо. Голова идет вперед, руки отстают. Это не совсем плохо. Это очень хорошо. Когда голова правильная, руки догонят. Ищите. Как дела? Хороши. Почему работаешь без фартука? Где бригадир? Там. Почему твоя бригада работает без фартуков? Фартук? Одежда женщины. Джигиту, надевать фартук неприлично. А быть последним на работе джигиту прилично?
Почему последним? Я не понимаю. Не понимаешь. А еще бригадир. Позор. А фартук-то ты все-таки надень. С фартком совсем другое дело. Попроси Дурсу, она тебе сошьет. Смотри, Нури, слава Дурсун обгоняет твою. Смотри! Скоро станут говорить. Кто это идет? Это идет муж Дурсун. Знаменитый Дурсун. У нее своя слава, а у меня своя. Слава джигита! Слава! Угождать во всем мужу! Вот слава жены! И смотри на меня! Я свою жену держу в страхе! Йо-йо-йо! Эй, муженек! Давай-давай-давай, работай-работай-работай! Я еще возгорюсь! Работай! Работай! Ничего. Не уступишь? Не знаю. А у тебя как? Будь ты покойный. Ну, смотри, смотри. Молодец, клади. Ну как? Здорово! Дурсун превысила свой рекорд на 50%! Погоди, погоди, Непец, гирьки не снимай. Придется добавлять еще. Ну, дочка, держись. Ну, вот, отец. Давай, клади. Давайте, давайте. Еще. Еще пришел. Ага. Вот. А черт побеги. Не тянет? Придется гирькой скинуть. А плов в атаке проиграл. Лет ты бахши, сам будешь петь. Рано смеется, погодите. Что-то опять придумал. Сегодня вообще будет пеп для Ашира! Уезжай немец! Ну как? А? Что? Я тебе говорил, представь, все левая слепая. У Ашира только на 5 кило меньше, чем у Дурсун. Отец, ты перегонишь скоро меня. Понимаешь, дочка, вот левая отстает. Но она будет работать, представь. Будет, будет. Верю, верю, верю. Нури приехал, Нури! А где же твой хлопок? А? Хоп, хоп,
Башира, хороший джигит. Не понимаю. Тусу, что же это такое? Твой муж и вдруг... Назель. По-моему, виноват бригадир. О! Не сумел организовать работу. Мы им назначили другого бригадира. Бригадиром будет Турсун. Нет, 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 я не справлюсь. Надо кого-нибудь другого. Бригада стала и... Вот и подними. Не бойся, Турсун, мы тебе поможем. Принимай, Турсун, принимай. Сегодня же принимай бригаду. Принимай, только за кого? Принимай. Пошли домой. Погоди, Нури. Может, бригадир хочет с вами поговорить? А кто тебе сказал, что она мой бригадир? Председатель, переведи меня в другую бригаду. Постой, постой. Ты с ума сошел? Что ты делаешь? Пусти. Не пущу. Пусти. Не... Нури, Нури. Я хочу есть. Где обед? Меня задержали товарищи из газет. Ты только и думаешь о своей славе. Ты хочешь, чтобы она была выше горы. Твой конь, Нури, может обогнать ветер. Разве ты ему будешь мешать? Нет же. Так и я. Я хочу сделать все, все, что я могу. И не для себя. Рубашку порвала. И насорил. Уберешь. Ты не заставишь джигита мыть посуду. Разве я тебя прошу мыть? Я устал. Я устала так же, как и ты. Мы оба работали. Отдохнешь и уберешь. Уберу. Еще пойду на собрание бригадиров. Пойдешь говорить о своей славе. Не о том ты говоришь, Нури. О том! Ты счастлива, когда говорят, вот идет муж знаменитый Турсун. Ты рада, что люди говорят, Турсун, Турсун, Турсун. Я не могу спокойно работать, и все из-за тебя. Почему из-за меня? Не понимаешь. Не понимаешь. Не понимаешь, что стало впереди джигита. Что из-за тебя я потерял свой авторитет. Ой, да не из-за меня, ты пойми, разберись. Не учи меня! Я джигит, а ты баба! Перестань! Тебе не удастся заставить меня перестать быть джигитом! Не удастся! Пусти. Понимаешь? Ты с ума сошел! Я тебя... Не узнаю, Нури. Ты меня совсем не любишь. Уйди!
как я тебя любила. Собирая хлопок, я только и думала о тебе. Думала о тебе, когда шила этот фартук. Ждала, скажет мне мой Нури, еще больше полюбил тебя Дурсун за твою работу. Я даже Марии Демченко об этом написала. Молчишь. Я вижу, ты хочешь, чтобы я жила, как моя мать жила 20 лет назад. Под ешмаком, завязанным ртом. Ты хочешь, чтобы я была молчаливой рабой. Ты! Ты! Я хочу, чтобы у меня была жена. Жена не бригадир. Понимаешь? Жена. Я могу быть женой и бригадиром. Довольно. Я этого не хочу. Пусть лучше у нас будут разные крыши. Хорошо. Пусть будут у нас разные крыши. Говорит Москва. Сегодня знатная стахановка Туркмении Дурсун заняла первое место в Советском Союзе по сбору хлопка. Она превысила свой прежний рекорд на 50%. На втором месте старый хлопкороб Ашир. Соревнование между ними продолжается. Музыку слушай. Да тише ты, тише. Тише. Да знаешь ли ты, что случилось? Курица под автомобиль попала, что ли? Какое несчастье случилось? Какое несчастье? Ведро в колодец упало. Хватит мне музыки. Он музыку слушай. И вот послушай, что люди скажут. Какой стыд, какой позор. Почему позор? Дурсун ушла. Куда ушла? Совсем ушла. Совсем ушла? Бросила Нури. Бедный мой сын, до чего довела его жена, твоя Дурсун, твоя Джа. Бедный мой сын, в
Плеткой бы его, умней был бы. Плеткой? Нури, как ты можешь так говорить? Это она виновата во всем. Ей слава нужна, слава. Она одна. Одна она, а ты, а Нури? Как ты сказал? Я виновата. Ты и твой сын. А может быть, и меня уйти от тебя? А ты от меня никуда не уйдешь, не пугай. А вот и уйду. Оставайся один. Я виновата. И уйду. Успокойся. Я все устрою. Не любит он меня. Совсем не любит. Ушла. Ей слава дороже. Ну и пусть! Один ты у меня, друг, один. Сядь! Лети быстрее ветра! Забудем ее! Забудем! Стой! Стой! Я бегаю за тобой по всему авулу, щенок! Пустяки! Кататься поехал, черт! Пусти! Пусти! Слезай! Отец будет говорить с тобой! Пусти! Остановись! Нури! Вот черт горячий! Без меня. Дуршун, почему ты такая? Что с тобой? Мне надо поговорить с тобой, Нефес. Что случилось? Расскажи, что случилось? Что с тобой? Тебя нельзя не любить. Такая хорошая. А жить пока будешь у меня. Наконец-то я нашел тебе мой жира. Отец. Знаю. Я все знаю. Ну,
что теперь будем делать, комсомольский секретарь? Сегодня у нас на повестке один вопрос, товарищи. Очень важный вопрос. Прежде всего, нечего тебе хмуриться, Нури. Мы собрались не судить тебя, а помочь тебе и Дурсуну. Все мы вместе росли. Все мы хорошо знаем друг друга. Вы у нас были самая дружная пара. Правильно я говорю? Молодец, Непес. Все кончится хорошо. Здесь сядет Непес, рядом Гозель, Нури, а тут Дурсун. Здесь Дурсун? Да. А зачем ты ставишь ей эту пиалу? Ее пиала вот эта, с цветочками. А вдруг они не померятся? Этого не может быть. Обязательно померятся. И вдруг, совсем неожиданно, ты оскорбляешь ее. Дурсун плачет. Дурсун уходит из дома. Скажи, Нури, что произошло между вами? Это не ваше дело. Нечего вмешиваться в семейную жизнь. Нет, это наше дело. Так могут поступать только... В порядку, Газель. В порядку. Да, это наше дело. Твоя жена, Нури, наша гордость. Вся Туркмения гордится ею. Скажи нам, что она сделала тебе плохого? Молчишь? Тогда я скажу. Мы все знаем. Ты сам виноват перед нею. И как честный комсомолец должен признать это. Мне нечего признаваться. Вы не заставите меня извиняться перед ней. Я джигит и... Да, ты джигит. Ну разве ты джигит из банда Джунаидхана? Ты комсомолец. Мы посылаем тебя на республиканские соревнования. Ты хочешь стать первым джигитом Туркмении и поехать в Москву. Это великая честь. А скажи нам, Нури, достоин ты этой чести, если ты поступаешь с женой так, как раньше поступал Бай? Нури, почему ты молчишь? Какое вам дело? Я занял первое место и поеду. А мы тебя к соревнованию не допустим, а вот и сделаем. Разве можно послать такого? Уж не ты ли вместо меня поедешь? Найдется кому поехать. Правда, не ты? Найдется. Вот. Теперь я все понял, Небес. Все. Ты хочешь поехать один и занять первое место. Ты завидуешь мне. Ты боишься меня? Да, да, да. Мне стыдно за тебя, Нури. Ах, вот как! Тебе еще стыдно! Ты хочешь отнять у меня славу джигита! Ты мстишь мне! Ты! Кого это? Ну что ж, отберите у меня коня! Возьмите шашку! Занимай первое место! Поезжай один! Я не поеду! Нури! Нури! Это возмутительно! Дикий конь! Я предлагаю исключить Нури из комсомола! Что случилось? Почему ты один? А где же
Меня исключают из комсомола. И на соревнования я не еду. Ты не едешь на соревнования? Тебя исключают из комсомола? Это твоя Дуршпун. Это она все устроила. Я говорила. Я сама с ними поговорю. Мой сын не едет на соревнования. Я покажу этой Дуршпун. Я скажу. Герач. Стой. Я тебя не пущу. Оставь меня. Ну, ты плохой комсомолец. Плохой. Он оскорбил Лусю Стахановку, замечательную комсомолку. Нашу Дуршпун оскорбил. И поэтому я предлагаю исключить Нури из комсомола. Вот он, твои Нури. Моего Нури? Пусти. Дай мне слово. Говори, Дуршпун. Да, Нури поступил не по комсомольству. Больше того. Я не буду защищать его. И я не пойду за ним, как за иглой ниткой. Нет. Но я знаю Нури лучше вас. Он хороший. Хороший. Мы это видели. Он горячий. Очень горячий. Но ведь Чапай тоже был горячий. А какой был Чапаев? Герой. Джигит. Замечательный джигит. Нури тоже хороший джигит. Он без промаха бьет ястреба на лету. Конь послушен ему, как любой палец в его руки. А шашка в его руках, как молния. Когда будет нужно, он тоже сумеет хорошо отбить наших врагов. Кто это говорит? Она говорит моими словами. Это моя Дуршпун говорит. Дуршпун? Да, Дуршпун. Помните ссору Чапаева с Фурмановым? Конечно. Как горячился Чапаев? Он даже бросился на Фурманова. А Фурманов был спокойный. Вот мы сейчас должны быть такими, как Фурманов. Нури наш человек. Он поймет, что он неправ. Ему нужно только помочь понять. Вот как помог Фурманов Чапаеву. Мы должны добиться, чтобы он стал первым джигитом в Туркмении. Правильно? Правильно, ты права, Дуршпун. Мы должны быть такими, как Фурманов. Молодец, хорошо сказала. Джан, голубка моя, ты так хорошо говорила. Ты сказала все, что я думала, даже лучше. Я поняла. Я тоже немного виновата. Да, немножко есть. Я теперь все поняла. Не петь. Запиши-ка ее в комсомол. Нури! Нури? Хайт, Нури! Нурджан! Йо!
Его нет, Аша. Нет, Нуры. Где он? Что с ним? Небольшой город. Найдется. А как Турсун защищала его на собрании? Как она хорошо о нем говорила. Нуры хороший чигит, честный комсомолец. Нуры надо послать в Москву. Нуры! Вижу, вижу! Не прячься! Тяжен, найди Турсун и приведи ее сюда. Я принесу сюда подушку и не уйду отсюда до тех пор, пока ты не приведешь сюда нашу Турсун. Да-да, я уйду. Добрый вечер. Газель, дома? Нет, ее нет дома. Я хотел передать тебе. Передать? Я передам. Нет, нет, я сам. Я хочу сказать... Что? Что сказать ей? А она здесь, в саду. В саду? Жаль. А я думал, она дома. Нет. Ее нет дома. Значит, ее нет дома. Нет. Доброй ночи. Тут. Доброй ночи. А? Доброй ночи. Умница моя, Турсун. Thank you.
Кать. Молодец, хорошо. Вот правильно, правильно, хорошо. Левой, правой. Очень хорошо. Надо, чтобы левая так же быстро работала, как и правая. Понимаешь? Понимаю, понимаю. Но все-таки отстает. Ничего, ничего. Она привыкла. Ну вот, хорошо получается. А у тебя нет. Смотри, и левой, правой, левой, правой, левой. Смотри-ка, Наталья. Почему работаешь одной рукой? А? Работай. Работай. Двумя руками. Быстрей. Черри, а ты хорошо работаешь? Ну? Скоро ты у нас будешь первым в бригаде. А ну? Если не будешь во время работы, есть арбуз. Понимаешь? А это Чарли молодец, смотри как пошел. А угорю. Урсуль, здесь нет хлопка. Вот собрал. Нет? Как нет? Вот собрал. Ну. Я взял у тебя этот фартук. Я знаю. Я эти последние ночи не спал. Тоже знаю. Я научился работать двумя руками. Ну? Ну и вот я... Понимаешь? Дурсун. Погодите, погодите. Не спешите. Ну что вы делаете? Ну... Еще рано мириться. Вырастает, вырастает. Ну что вы? Да ладно, ладно. Погоди, Дурсун, мириться, погоди. Этого мало. Пусть он, подарив тебе, займет первое место на соревнованиях. Обещаю, взять первое место. Хорошо иду. Да, хорошо. Ай.
впереди. Кто? Не вижу. Нефес впереди, Нефес. А Нури? Нури. Он догонит. Догоняй, Нури! Молодец, Тепес! Успокойся. Я тебе говорил, Тепес будет первым. Не пей, берегись! Еще, еще! Не пей, уходи! Ненавижу я твоего Нуры! Он догнал! Он перегоняет! Последним не перейдет. Нури! Не ты, что убью! Лец, Нури! Нет, успокойся, нет! Я тебе говорил, Нури победит! Поздравляю. Поздравляю вас, товарищи, с досрочным выполнением плана. Мы вышли на первое место в Туркмении. И этим мы обязаны нашей Дурсун. Наше правительство оценило ее заслугой и оказала ей великую честь. Читай, Непер. Товарищ Дурсун, вы очень молоды, но вы уже не только знаете, что можно жизнь изменить, но и сами ее меняете. Мы гордимся вами, товарищ Дурсун, потому что ваша борьба за высокую производительность труда, почетная задача, имеющая большое государственное значение. Правительство Туркмении выделяет вас на съезд передовиков сельского хозяйства в Москву. Товарищи, я очень,
счастлива. Когда я поеду в Москву и увижу того, о ком думает каждый из нас, и кто думает обо всех, я скажу ему: дорогой товарищ Сталин, я обещаю вам, что буду много думать и много работать над тем, чтобы собирать еще больше хлопка, чтобы наша жизнь стала еще лучше, еще счастливее.